Фух. Да, песок не белый. Не знаю, там просто какие-то, да. Большой мальчик. Да, много народу. Давай тут искупнемся. Аж водичкой запахло реально, как в какой-нибудь Анапе. Да. А теперь туда. Ака. Ровная хрень такая. Картошечка. Ну да, надо идти еще. Вверх, давай, даже еще дробников не было. О, малыш, где же это шумит-то, да? Привет. Здрасте. Успеешь, успеешь, давай. Я успел. На камеру не видно этого уклона, к сожалению. Голуби. Курлы, курлы. Это песок. Нет, это известняк. Смотри, какие камни торчат. Будь бы необходимость. Сильно отпрямляет еще раз. Заодно давай, короче, привал и... Что там, брат? О-о-о-о!
У берега тепло. Парки Горького типа. Перед устраиваешь. Ну хорошо. Не хочу снять, если ты упадешь. Блин. Кто ж под ногу говорит-то? Плюс-минус. Приходится возвращаться, чтобы позвонить. Связи вообще нет. Зато какой вид. В таком лесу начинает темнеть рано. Еще 8 нет. А уже как сумерки. Обосраться одному можно от таких звуков. Что у тебя там? Коды. Я думал, у тебя там словарик французско-русский. Ну вот, прием, если принимаешь. Я тоже. Прикинь, радио, друзья, короче, с разных деревень. Так и есть. Три с половиной вот так.
Тише, там прохладнее, там пиздец тепло. Так, я, конечно. Блин, а дождя-то нету. Это короче. Дальше показывает, что мы не туда показали. Фото, конечно, не передает вообще. Видео тоже. Не видно всей глубины. Мне кажется, табличка немножко врет. О. Икежон новшисба. Да. Хочешь, давай? Давай, по бревну перейдешь, я встал. Давай. Рога великолепная, потому что ее и не видно. Ее и нет. Она есть. Да можно, можно. Ты смотри, какой огромный слизняк. Я должен его потыкать пальцем. Эй, браток, как дела? У нас здесь... Передача «Сдохни или умри». Надо добраться до Жилева. Сможем ли мы это сделать? Нет. Неизвестно. Мы утонем прям тут. Ура. Электричка почти приехала, Кирюха.